горка. О, наконец-то! Еще одна горка! И чё, все? Дожди катится. Всем привет! Рад видеть вас на моем канале Тейка Плей, я Наташа. Мы сегодня с вами продолжаем играть в Roblox, в строительство нашего аквапарка. Я сейчас вам покажу, что мы с вами построили в прошлый раз. А за кадром я, кстати, накопила около 6 миллионов. Вот, надеюсь, мне этого на сегодняшнюю серию хватит, но я уверена, что я потрачу их просто по щелчку. С вас, как всегда, лайк, подписка на каналчик, пишите в комментарии, ждете ли вы, как я, например, что здесь появятся горки, потому что я безумно их жду. Итак, за прошлую серию мы с вами построили несколько бассейнов, два, по-моему, взрослых и один детский. Вот, в одном у нас тут тусят люди, даже он есть спасатели. У нас есть с вами небольшой фудкорт с вот этой стороны, в принципе, что тоже очень миленько. Ну, а если мы с вами пойдем, например, поверху, надо еще, кстати, обращать внимание, не намусорили ли здесь наши люди. Поверху у нас такая уютная прогулочная штучка и детская песочница, чтобы детки могли посидеть, поковыряться в песочке, что-то там посидеть, вот это вот поделать, потанцевать. И также мы построили вот такую вот зону с вами в прошлой серии и зону с рестораном, вроде бы как-то так. Поэтому что, сегодня продолжаем. Вот, кстати, уже кто-то намусорил, на ком по жопе надавать за то, что они это... Вообще, по-хорошему бы уборщика купить, но да ладно. Пойдемте заберем накопившиеся деньги за это время, пока я тут с вами здороваюсь, и пойдем совершенствоваться с вами дальше. Там уже накопилось порядка миллиона, нихера себе! Миллион! Хо-хо-хо-хо-хо-хо! Охо! Хо-хо-хо, миллион, приколись. Сейчас, короче, я все свои 7 миллионов вот так вот, пью, и все. Больше их никто не видит. Ну, короче, ладно. Пойдемте строить с вами вот здесь, вот что-то там у нас там клуб. Мы вроде бы начали строить, но не достроили, поэтому давайте займемся наконец-таки клубом. Вот, клубный дом 500 тысяч, представляешь? Ну, давайте посмотрим, что там в клубном... Ох ты ж, ёпты ж. Ничего себе, а когда горки-то начнутся? Подожди. Мусорная банка, вот, это мне нравится, по 5 тысяч, красота. 60 тысяч, 200 тысяч, я не хочу тратить свои деньги, нет. Ладно, придется, короче, бегаем, вот это вот, раздаем направо. Ого, ничего себе, а слушай, а у них тут настоящий этот, нормалды. Хорош, ну что, дентят, флексят, голые какие-то, он там что-то недовольная женщина сидела, ладно, довольная. Довольная, с крестиком, православная, главненько. Ну что, вот, мы потратили с вами уже 2 миллиона. 2 миллиона на маленькую вот такую вот штучку. 2 миллиона, Карл, 2. Меня скоро начнет душить жаба. Это слишком дорого. Бассейн 450 тысяч. Корзина для мороженого 35 тысяч. Берем корзинку для мороженого. О, все. Блин, я так не хочу тратить деньги. Я их копила целых 10 минут. Ладно, покупаем бассейн. Алло, это не бассейн был? Это был не бассейн. Стойка для... Ладно, сначала давайте делаем все самое дешевое. Все самое дешевое, это вот. О, слушай, так это какой-то лакшери бассейн, да? О, май гад. Ламповый столб за десяточку. Слушай, ну, туалет, кстати. Вдруг кто-то срать захочет на пляжу, правильно? Не в это же срать. Ну, бассейн-то тут, типа, я хочу тебе сказать, здоровый получается. Ламповый, действительно. Так, у меня 5 миллионов уже. Мы с вами уверенно и верно, это, катимся к банкротству. Банкротство уже близко. Ну, давайте поставим, что, спикер. Что такое спикеры? А, это, типа, музыка, чтобы была у них. Ну, в принципе, красиво, давай. За 650, что тут? Скалы для бассейна, херачим, все, делаем все. Я что, зря копила, я ж богачка. Я, гля, там сидит. Нормальная вообще принцесса Будура, ёпта. Хорош, три ми... что, куда, где я вообще, что со мной? Наконец-то, это первая горка. Ребята, у нас появилось что-то типа подобие первой горки. Наконец-то, чувак, тебе помочь. Теперь можно прыгать в бассейн. Ну слушай, так глядишь, и до горок сами дойдем. А то это какой-то аквапарк без горок пока что, если честно. Ну вот, теперь можно хотя бы прыгать. Там вон какая-то водяная башня. А, спасительная башня. Я думала, водяная. Ну все, еще один бассейн. Нам с тобой в копилочку. Ля, ну уже... Так, там опять что-то появилось.
Там опять что-то мерцает. И вроде бы там все купила, а там что-то, он, видишь, мерцает. Ну, давайте. Они, короче, покупались и мокрыми пошли сразу. Зонтик! О, господи, серьезно? А может, без зонтика, пацаны? И что, вот куда этот один зонтик? С этой стороны мы с вами сделали, наконец-таки, красоту. 2 миллиона, кстати, осталось из 7. Ну, в принципе, пойдет. Пойдемте посмотрим, сколько за это время накопилось. Я надеюсь, хотя бы 1,3 миллиона, потому что если 1,3 миллиона, то тогда это хоть как-то покроет наши расходы. Если нет, то это будет немножечко печально. О, Тилька. Ась. Меня узнали. Меня узнали. Представляешь? Говорит, Тилька пишет. Сейчас, наверное, прибежит на мой остров. 2 миллиона накопилось. Ну, не густо, но как бы уже 5. Ладно, пошлите тогда в эту сторону смотреть. Вряд ли мне этих 5 миллионов хватит на вот эту сторону, которую я сейчас буду строить. Там что-то опять мне написали. Ну-ка. Пытаюсь найти твой берег. Давай. Ну, пусть... Вот она. Как она нашлась. Ну, здрасте. Здрасте. Это мой аквапарк, да. Я тут же это самое... Привет. Подожди, подожди, стой. Стой, не убегай. Мы же должны общаться. Стой, привет. Тихо, тихо, не кружись. Не кружись, не видно, что ты пишешь. Привет. Что напишет сейчас? Давай. Что напишет? Я какая желтенькая, такая подходит, да? Кого-то пришла ко мне в аквапарк. Потенциальный клиент, между прочим. Красивый у тебя остров. Просто хочу пожелать тебе удачи. Спасибо. Но лучше денег тут, конечно. Это да. И денег тоже желаю. Ахаха. Там, наверное, уже 2 миллиона накопилось. Пойду 2 миллиона свои заберу. А, ну почти лямчик накопился. Лямчик, это хорошо. И что, все? Убежала? Смотри-ка, все? Убежала. Уплыла. Ушла в заплыв. Значит, у нее где-то тоже есть где-то остров. А, все, она вышла из игры. Только нашли кого-то, и все, и потеряли. Жаль, конечно, этого добряка. Ну, ладно, поехали дальше строить. Я вижу тут вот зону строительства. Дорога в 150. Ну, давайте, начнем с нее. Столы для растений. А, стены для растений. Цветы. Деревья. Господи. Баннер и скамейки. Ну, давай. Ну, хрень, конечно, полная. Можно было бы и лучше сделать. Слайд, пул, деск. Корзина конфет. Стены растений. Ламповый столб. Кольцо, бассейн. Давай. А что это такой маленький бассейн? Для детей, что ли? Ё-моё, я все просру сейчас. У меня больше ничего не будет в этой жизни. Уже 1 миллион потратила. Понимаешь, уже 1 миллион потратила на ваш бесполезный бассейн. А вот тут что вот будет? А здесь типа тоже бассейн? Что-то какая-то магия произошла, рептилии, если честно. Ладно, давай, значит, деревья. Мусорное. Баннер. Подпись. Скамейки. Стол. Растения, цветы, деревья, стены, тележки для хот-дога, конечно. Как же без этого? Цветы, цветочки, растениечки. River Rock Deck за 145 тысяч. Не знаю, что это. Надеюсь, это вот этот бассейн. Давай. Вот, наконец-то. И что тут? 35. Скалы 120. Писец. 200. Что я, куда я потратила деньги? Не, слушай, он теперь, наверное, по кругу. Давай-ка оплывем. Да, он теперь по кругу, смотри-ка. Ладно, уже не просто так деньги просрали. Ну, блин, я реально... Для меня понятие аквапарка это не только бассейны, но это еще какие-то горки. А здесь пока что только бассейны. Больше напоминает какой-то, типа, знаешь, курорт. Да, смотри, мы по кругу пустили. Ой, теперь красиво. Теперь можно по кругу плавать. Сейчас, подожди, я заберу. В смысле, не могу? Дай заберу бабло. О, там клиенты приперлись. Гости, извините, гости. Правильно говорить, гости. Я уже по 10 тысяч зарабатываю, кстати, в секунду. Что-то на богатом. Ладно, плывем дальше, господа. Видишь, теперь можно плавать. Приходите плавать ко мне в бассейн. Будем с вами это самое тут... Пузырьки пускать. Что, не намусорил никто тут? Все какие-то культурные, не мусорят. Ну, уже хорошо, потому что когда он был не по кругу, было достаточно странно. Но аквапарк у меня, конечно, я хочу тебе сказать, здоровый. Но пока что мне, кстати, денег хватает. Вот сколько бы я ни ныла, пока что в ноль мы с вами не ушли. Мы с вами в этой серии сегодня постоянно строим. Это классно, на самом деле. Это прекрасно. Ну, немножечко, конечно, кривые тут текстурки в некоторых местах. Давайте посмотрим, что это такое. Слайд Пул Рок Декс. А почему здесь нет тропинки? Типа, что за прикол? Хрена тут?
Давайте сначала самое дешманское. 69. Давайте подпись ставим. Столб ставим. Ну да, самое дешманское лучше, конечно, ставить. Так, а что потом? Ну вот у меня я сейчас вот это вот все построю. И что, у меня остров все закончился? Типа, серьезно, так быстро? Что какой-то маленький в таком случае остров, если я его сейчас весь построю, и уже больше нечего будет покупать. Ламповый стол, мусорный бак, сиденье в камине, это как? О, Джеймс, привет. Тебя какая-то киска ударила по лицу. Видал, брат? Не повезло тебе. Ладно, давай, душ за 70 тысяч. Ёб твою мать, писец. Полотенце за 35. Охренеть. Душ за 70 тысяч. Зона брызг. Не надо там зоны брызг. 60 места. Зонтик. Места. Стойка для полотенец. Ну ладно, 4 миллиона еще как бы нормально. Туалет. Туалет. Места. Зонтик. Места. Зонтик. Зона для фотографий за сотку. Еще места за 60, смотри. Не, ну в целом красиво. Надо сейчас построить бассейн. Бассейн по миллион стоит, писец. Давайте, а что, бассейн тогда долбанем? Бассейн водолея. А почему водолея? А почему водолея-то, ёпта? Гигантские грибы. Охренеть, это все грибы. Кольца. Горячая ванна, джакузи. Я тоже хочу в джакузи посидеть, пацаны. Ля, а что оно не бурлит? Что, не пукаем, что ли? Оно же должно бурлить. Еще одна ванна. А почему в той больше? По-моему, ты пердишь, Фрэнк. К тебе никто не хочет идти. Горячая ванна. Тут двое сидят. Огненная ванна. Господи, кошмар. Это типа сауна. В этой вообще никого нет. Да, конечно. Вот это вот я построила. Не пойми еще. Ладно, давай. Бассейн водолея за миллион. Писец. Миллион, сука. Миллион на водолея. Кринж. Давай что подороже. 85. Спасательная башня. Так а почему водолея-то? У меня деньги кончаются, миллион всего остался. Башню? Давай. Все, пойдемте поднакопим баблишко. Ну это капец. Это что-то слишком дорого. Так, а в смысле? Подожди. Вот смотри, я сейчас дострою тут бассейн водолей. И что, мой аквапарк типа готов? Никогда такие штуки не были такими короткими, если оно кончится именно на этом. Просто обычно, ну ты помнишь, сколько мы дней там строили, например, отель? А тут что-то как-то раз-раз и все. 2 миллиона. Итого у меня 3 миллиона. Ну, возможно, этого хватит, но я не уверена. Ну, пойдемте, что. Достроим наш, получается, пока что последнюю зону выходит. Что-то как-то непонятно пока, реально еще. И кончится эпоха строительства аквапарка в Роблоксе или что? Не понял. Это что за приколы такие? Давай, за 350. Вход в бассейн. Ну, мало ли, кто-то не сможет выйти. 500, доска для дайвинга. Ага. Водная... О! Первая горка в моем аквапарке, гайз. Самая первая горка. Слушай, походу я весь остров застроила. А что она не катится? Бестолковая какая-то горка. Катись! Катись! Вы что там делаете? Фу, какие, я не хочу к ним. Они больные, они чем-то болеют. Короче, что-то как-то я disappoint немножко. О, наконец-то! Еще одна горка! И что, все? Даже не катится. Да, да ёпта. Ой-ой. Вот это да, короче. Ну, что могу сказать? Теперь этот аквапарк можно называть аквапарком, потому что есть две горки. Вот это да, вот это мы с вами дожили. Две горки целых, представляешь? Вот это повезло. Вот это я не ожидала такого великолепия, конечно. Нет, а что делать дальше? Типа, я достроила свой остров. А, скалы бассейна еще ж я не поставила, точно. Может быть, после скал там расширение предложат острова. Ну-ка, водопад. Ух ты ж, ёпта ж. Где водопад? Вот это все? И все? Ребят, ну это как-то несерьезно. Что, все? Скуби. С лягухой на голове скачет Скуби. Ну все, получается. Я больше, к сожалению, не вижу, чем я тут могу это самое. Походу, это все. Конец острова. Остров кончился. Да ладно. Вот это да. Так а в чем смысл?
Ну, типа, я достроила свой недоаквапарк с двумя горками. И я больше никуда не могу тратить деньги. Может быть, реально оно где-то расширяется? Походу, это все. Ушла эпоха. А я могу другим игрокам помогать? Давай-ка сплаваем, может, кому-нибудь поможем? Ну а чё, мы уже разбогатели, у нас уже всё-всё куплено. Нам деньги девать некуда, готовы деньгами и поделиться с кем-нибудь. Давай, просто проверим, а вдруг? Ну да, у всех одинаковые островки. Это, конечно, грустно. За 2 дня, прикинь, построила. Ну что это за безобразие? Никогда так быстро я еще не строила, офигеть. Но он, по факту он реально бестолковый. Даже горки не работают с анимацией. Ну и чё? Можно помочь? Не могу. К сожалению, могу. Что-то у тебя тут грязно. Блин, а у меня тоже такой убогий был остров? Слушай, я что-то красиво все построила по сравнению с тем, что тут. Что-то тут как-то все криво. Ну, что могу сказать? Вот такой вот аквапарк у нас получился. Оказывается, что мне хватило всех этих денег на сегодняшний момент, которые я накопила. И на этой нотке, наверное, придется попрощаться пока что с этой игрой, пока не выйдет какое-нибудь обновление, расширение острова. Потому что остров очень маленький. О, смотри, там кто-то прыгает. Здрасте. Че, прыгаем? Ты кто? Что, поплаваем? Это типа Венсдей, да? Хочешь плыть со мной? Поплыли. Это нашла какая-то девочка, говорю, поплыли со мной. Вот он, кстати, мой остров. Привет, пацаны! Как дела? Сколько там накопилось? 1 000 000 накопился, видишь, я молодец. 2 000 000, вот все, все. Теперь пора и выходить. Мы тут все построили, все сделали. Так что на этом наши полномочия, все. Подписывайтесь на каналчик, пишите, как вам мой аквапарк, пишите в комментариях, в какие игры еще поиграть, а мы с вами уже очень скоро увидимся. Пока.